Что случилось, Марк? Прошел интервью, думал удачно, а пришел отказ. Да не переживай ты так. Отказали, здесь возьмут в другом месте. Да, я не переживал, когда был первый отказ, а это уже пятый. Все просто хотят человека с опытом, а это моя первая работа. А какая у тебя профессия? Да я админ. А почему ты ее выбрал? Да мне и нравится, и я разбираюсь неплохо. А ты чем занят в ближайшие пару часов? Да, ничем серьезным таким. Значит так, возьми кроссовки, воду и поехали со мной на природу. Не надо обдумывать пару решений. Только учти, там интернета, телефона нету. Только природа Всевышний. Окей, я бегом. Тянут тучи небосвод, и шторм грозится опрокинуть лодку. Надежда сердца только на того, кто выше неба, кто сильнее волн. Когда душа сомнением полна, и гаснет свет и силы на исходе, скажи себе, держись, душа моя, сегодня и вовек Господь с тобой. Верь, твердо верь в слову Господа, Его любовь не предаст тебя. Духом обновляйся и не сомневайся, Бог тебя ведет дорогой на небеса. Среди печалей и земных забот, среди тревоги бесконечных будней, душа твоя всегда найдет покой в молитве Богу чистой и святой. Не удержать поток любви живой, и что бы ни случилось в этой жизни, скажи себе, держись, душа моя, сегодня и вовек Господь с тобой. Верь, твердо верь в слову Господа, Его любовь не предаст тебя. Духом обновляйся и не сомневайся, Бог тебя ведет дорогой на небеса. Верь, твердо верь в слову Господа, Его любовь не предаст тебя. Бог тебя ведет дорогой на небеса. Спасибо, Марк. Ты настоящий мужчина, мужчина с характером. Да не, знаете, это вы мне извините, это ведь все из-за меня, и так мне неловко, что так получилось. Марк, сегодня ложись спать пораньше, завтра встречаемся здесь в 6:30. Нет, завтра? Подождите, вам же ходить нельзя, минимум 2-3 недели, у вас же нога. Поедем ко мне на работу завтра, мне как раз админ и нужен. Согласен?